18 мая в Волжском отметили День соседей. В нескольких районах города были организованы развлекательные площадки. Для волжан работали различные тематические зоны, пели и танцевали детские коллективы, были организованы игры и эстафеты. 8-й городской округ приготовил для своих жителей одну из самых насыщенных программ. Когда еще юные волжане смогли бы продемонстрировать соседям свои таланты и спеть под аплодисменты зрителей в родном дворе? Небольшое событие для города стало ярким и важным для микрорайона. Главная его цель – объединить людей, живущих рядом, сделать каждый двор общим домом, в котором хочется жить. И на самом деле, вот где волжане объединяются, дворы меняются на глазах. Я вот в этом дворе уже, наверное, третий раз, и я вижу, что нового интересного здесь появляется. И такие незатейливые, но новые архитектурные формы, новые спортивные объекты. И здесь уже интересные молодежи. Вот видите, сколько их здесь? Вам интересно, ребят? Да! Вот. Ребята на празднике участвовали в конкурсе на лучший меловой рисунок на асфальте «Я рисую, где живу», соревновались командами в эстафете «Соседские игры», фантазировали на площадке по аквагриму, а также с удовольствием расписывали куб пожеланий своего района. Я хочу, чтобы весь наш город жил дружно, счастливо, чтобы все никто не ругались, никто не ругался, чтобы никто ничего не ломал, чтобы было все хорошо. Также на празднике работала консультативная зона «Расскажи, спроси, послушай», где представители администрации, гордумы, управляющих компаний, образования, соцзащиты и пенсионного фонда отвечали на вопросы волжан. Формат такого неформального общения с органами власти оказался очень продуктивным. Услугами специалистов воспользовались десятки человек. Я думаю, что это очень полезно и для структур администрации, чтобы понять, насколько мы эффективно работаем, либо определить какие-то проблемы, которые есть, спрогнозировать дальнейшую работу с гражданами. Ну и также люди, которые к нам обращаются, они тоже понимают, что вопросы, которые у нас есть, мы будем решать все вместе. Несколько сотен волжан стали участниками празднования Дня соседей. В городе организовали 22 тематические площадки, и самое главное, что сделали их сами жители своими руками. Сами готовились, придумывали, сооружали и представляли. Старались порадовать своих соседей и сделать лучше свой двор. Музыка хорошо организована, все вместе, и взрослые танцевали, и пели. В общем, праздник удался на славу. А вам огромное спасибо за то, что вы пришли, вот это фиксируете, и пусть люди все посмотрят и по-доброму утром рано говорят своим соседям «здравствуйте», что спрашивают, как вас зовут и как ваше здоровье. И тогда мы будем жить очень хорошо. Анна Муслимова, Максим Мещеряков, «Вести 34».